Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанки. Это у нас уже вечер, 6 часов вечера. Мы с моей бригадой, я, Марика и дедушка наш приехал к нам в гости. Идем на новоселье к Ванде и Рексу. Сейчас мы их хотим перевести уже в их квартиру. Пока кроваток у нас для них нету, то мы положим им просто такие... У нас есть такие покрывала для них. И... Посмотрим. И завтра, конечно же, я вам покажу результат после, как они как бы отнеслись к их кровати, к покрывалу. Смотрите, у нас такая погода превосходная, прекрасная, золотая. Но я не понимаю, что делает вот эта моя детвора. Ну что же вы делаете, малявки? Мокрые. Ай-яй-яй. А ну в сарай, в домик. Быстренько. Пушистик. Пошел пушистик. Вот какой мой. Ой-ой-ой-ой. Так что, Марика, а здесь, наверное, нужно замести, не? Ты ж не замела. Так. Тараран. Тараран. Не-не-не. Марика все просит, чтобы ее не снимала. Многие говорят, почему не снимаю. Не хотят, друзья. Уже знаете, молодежь, там все такое. То. А еще она по-домашнему одета. Так, здесь будет жить Рекс. Сюда мы насыплем песка, для, такой, как для котиков. Это будет для них как туалет, знаете. Ну, попробуем. И Марика будет чистить. Главное, Марика. А там комнатка будет для Ванды. И пока кормушки, вот пока эти поставим, потому что хотим еще тоже деревянные такие сделать, чтобы Рекс их как бы не переворачивал где-то так при стенке, чтобы было такие деревянные штучки, и только миску вставляешь, и все. Заходи, Вандулечка, заходи в домик. Заходи, девочка моя. А ну, пускай Марика Рекса. А, Вандочка пришла к себе в комнатку. Девочка, будешь здесь спать? Это туалет, Марика. Да, сюда купим песка завтра. Я поеду в город. Девочка, и сейчас мы просто одеяло ей положим и Рексу. Ой, что-то ушко зачесалось. Сережка там поправить нужно. Цепочку. Мячик пропал ее, да? И то ведро, Марика, убери. Девочка моя. Можно было бы насыпать такого простого песка, но сейчас у нас, вы видите, уже вторую неделю ливень, и нету его мокрого набрать, то мы пока купим такой. Посмотрим. Ну, пока так еще. Но это ж пока переезд. Со временем оно все как бы обустроится, все будет хорошо, все. Резетку тоже вот здесь заделали, ничего, все хорошо. Чтобы, оп, чтобы Рекс ничего не разорвал. Ой, Рексик наш через будочку. Ну попробуй, да, иди выпускай. Сейчас выпустит его дедушка, и мы посмотрим. Только осторожненько. Хаба! Да, смотри, а то все увидят, как упадешь. Рекс, привет! Ну да, ой! Мама дорогая, куда я попал? Где я? Ой-ой-ой, вот это я. Это наш дом. Какой красивый, боже мой. Это туалет. Где моя кровать? Где моя тумбочка? Все, на улицу сразу. Такие эмоции у него. Рекс. Рекс, заходи в дом. Там туалет там. Угу. Рексик. Ой. Да, пускай. Красота какая. Я пойду возьму покрывало. Так, друзья, застелили мы вот такие кроватки, сделали, но я не знаю. А что там? А, это шкрашки, это курам я сейчас дам. И шкрашек это Гена измельчил, да, витаминки курам. У, Рекс в гости пришел на кофе. Ванда, кофе давай. Тортик доставай с холодильника. Бегает не может.
может с ног свалить. То Рекс будет здесь. Сейчас Марика кормежку принесет. И будут спать этой ночью здесь. Красавчик! Ну что, нравится домик? Нравится тебе, Рекс, да? Какой большой! Не холодно тебе? Не хочу. На Марику смотрит, да. Красивая комната у тебя. Коврик тебе нужно застелить, да? Все это уже сел, чтобы массажик вот так делать. Так постоянно. Красотулька ты наша. Красотуленька. Добрый такой Рекс. Добрый мальчик. Хороший. Послушный. А мокрый какой. Такой ливень у нас льет. Да, нужно было Марике замести, но... Красотулька. Будет тепло уже спать, да, Рексик? Такой пространный дом большой у тебя. И Ванда вместе с тобой. И дети скоро будут, отцом будешь воспитывать. Да, воспитывать будешь детей своих, как все слушает. Алфавит будешь учить их. Да, Рекс? Хороший мальчик, хороший. Ванда уже смотрит, что я его хвалю. Красотуля. Что-то Марика там долго. Марика, что так долго? А, воды. Все, побежал за Марикой. Вандулечка. Ванду, сидеть. Как красивенько села. Молодец, Вандочка. Молодец, Вандулька. Вот у Ванды такая, есть такая, такой наборчик, видите, вот, еще Марика миску принесет. Ну, Ванда девочка, у нее все в целости и сохранности. В Рекса тоже был такой, но он его разодрал, разломал за один день просто, и все. Ну, конечно, непривычно, да, Вандочка? Даже если будет очень холодно зимой, здесь есть у нас две розетки, то можно купить какую-то лампу или какой-то обогреватель, и вот на стену вот здесь есть, да, крючки есть, то можно подцепить, и чтобы, да, да, чтобы тепло было, чтобы не замерзали наши собачки. Такие окна красивые, чистые. Мандочка, лягай. Ложись спать. Ну? Что, Рекс убежала, она здесь. Все, наши питомцы в домике, друзья. Конечно же, не знаю, получится ли показать, видно ли или нет. Да, меня видно, видно в ушанке, такой красивый. Может, до Ванды, Марика, зайдем? Еще ручку. Да. Свет ты выключила, да? Девочка, я зайду в гости, привет, моя хорошая, привет. Так, вот такой домик. Свет уже мы выключили, друзья, водичка, еда, кроваточка. Красавчик мой, что тебе здесь нравится? Ой, мамочка уходит уже, да? Уже уходит. Уже это вечер, то мы им не будем уже свет включать на ночь. Ой, девочка, зато будет тепло, моя хорошая. Привыкнешь, привыкнешь, красавица наша. Ну и, конечно же, кроватки тоже. Что-то нужно придумать. Или пускай вот такие бортики побольше сделает муж. И туда сено или солому, или не знаю что. Говорили, мебель купить какую-то, бэушную, диван там или что. Ну, не знаю, сейчас уже гаражек нету. Зима. Ну, пока первую ночь выйдет так. Красотулька моя! Рексичек мой! Он ждет, видите, он ждет, что дедушка откроет ему дверь. Мои хорошие, девочка моя, будете спать здесь, это же ваша квартира. Вы купили себе дом, никакого кредита, ничего, просто так, никакой ипотеки. Мои хорошие. Девочка, Рексик, какие смешные. Что там? Кого увидела? Но это же непривычно, знаете. Ну все, всем спасибо, друзья, за просмотры. Осторожно, осторожно, сейчас выбежит. Он стоит, ждет, что ты откроешь дверь. Свет пока включишь. А, уберешь резетку, да?
что-то Ага. Все, Рекс уже есть в новой квартирке, то может, да, узел завяжи пока. Да. Завтра что-то придумаем, чтобы еще убирать. Так что всем спасибо, друзья. Всем пока-пока. Вы побыли на новоселье нашего Рекса и нашей Ванды. И еще, друзья, добавлю. Ой, какая ж погодочка золотая. Вот измельченные ракушки, шкрашки. Видите, это муж мне их измельчил хорошенько. И я им сейчас добавлю, моим девочкам, чтобы они тоже кушали их, хорошенькие мои. Чтобы у вас витаминки хорошие были в организме. Корыца вот сюда еще поставила, насыпала зерна, потому что курочек много. Ой, одной рукой тяжело. Все, я рассыпала по всем кормушкам шкрашки. И я думаю, немножко съедят. Павлиночки на месте, друзья. Вот так. Вот так мои девочки едят. Гусынька жива-здорова, вот там она. А, кто-то говорил яблочко потереть, да. Обязательно нужно сделать. Сделаем. И яблочки носим курочкам. Им достаточно, друзья. Я их не режу, потому что они их так склевывают. Некогда мне резать. Разрезать. Сарочка на месте. Вот, смотрите, девочка моя повыше, повыше. Все, молодец. Как же еще только так? Самому нужно за себя постоять. Все, всем спокойной ночи, друзья. Всем пока-пока.